устала, Олег уже занимается. Сейчас 6 утра. Олег, скажи привет. Привет, друзья, доброе утро. Я занимаюсь, делаю утреннюю гимнастику. В принципе, она у меня практически всегда одинаковая. Я комбинирую несколько разных упражнений дыхательных, которые я в свое время нашел в интернете. Плюс добавляю туда шарик вперемешку. Плюс делаю какие-то физические разминки. Примерно час-час десять, это начало утра. Обязательно начинается со стакана чистой воды. И потом тренировка. Если кому-то будет интересно, пишите, я расскажу, какие комплексы я применяю. Но вам нужно найти свои обязательно. Мое утро также начинается со стакана воды. И дальше занимаюсь физическими упражнениями. Чередую физическую нагрузку. На следующий день занимаюсь там йогой, какой-то такой растяжкой. Пока мы с вами разговаривали, за окном стало подниматься солнце. Вот оно, настоящее доброе утро. Вставать рано утром и встречать рассвет. Закончили наши занятия, занимаемся мы обычно час, иногда полтора часа по состоянию, по самочувствию. Сейчас, понятное дело, в душ, дальше будем готовить кашу. Рецептами каш мы обязательно поделимся. Это для тех, кто говорит, что каша на воде – это ужасно невкусно. Сегодня у нас будет каша с апельсином. Это моя самая любимая каша. С апельсина. Прежде всего у апельсина я беру цедру. Когда я попробовал делать такую кашу, в принципе, на этом все и заканчивалось. Я срезал цедру на терочке. Оставалась вот такой вот страшный апельсин, который никто есть не хотел. Получно пропадал. Потом я решил попробовать, а почему бы не добавить апельсиновый сок в ту же самую кашу. Здесь у меня нет тарелки для цитрусовых, поэтому действую таким вот варварским способом. Стол придется протирать. Мы добыли ароматного питательного сока, а тем более, поскольку, как вы видите, мы не добавляем ни соли, ни сахара. Будет немножко природной сластинки. Подготавливаем яблоко и банан. Начинаем процесс уборки. А какие у тебя пропорции? На глаз не пойдет. На глаз не пойдет? Нет. Тогда пусть будет 100 грамм хлопьев. Да? Нет, не уверен. Сейчас проверим. Вся пачка у нас 800 грамм, наверное, 80 грамм хлопьев, 80, я думаю, что это более правдиво. И изначально добавляю где-то 350 миллилитров воды, может быть 400, на стаканчик. Стакан 200. Ой, 2 стаканчика, извините. Короче, на стакан хлопьев, два стакана воды. 2 стакана воды, да, давай вот так, так проще будет. И начинаю подваривать. Воду я иногда корректирую в процессе готовки. Если есть время, то лучше помешивать. Прошло 3 минуты. Я добавляю
заранее подготовленные яблочки. Яблочки пойдут в дело первыми, потому что они достаточно крепкие, и им нужно с кашкой провариться. Еще через 2 минутки, когда водички стало мало, добавляю апельсиновый сок. И еще даем повариться. Прошло еще 3 минутки. Каша стала снова густая. Мы добавляем бананы. Бананчики пошли. Буквально пару минут дадим им покипеть. Вместе с кашкой добавим цедру. Завершающий ингредиент. Апельсиновая цедра. Добавляем ее в конце, чтобы аромат остался, эфирные соединения никуда не убежали. И был такой вот фантастический свежий утренний аромат. Наша каша готова. Накрываем ее крышкой, снимаем с огня. И пока готовится кофе, дадим настояться. Ароматная каша, кофе. Кофе – это то, о чем мы говорим. Я считаю, что чашечку с утра тоже полезно. Сейчас 8 часов утра, поэтому кто говорит, что невозможно с утра сделать упражнение, зарядку, сделать вкусный завтрак, это отговорки, вставайте чуть раньше, и все получится. Да? Да. Приятного аппетита. Хорошего дня.